Всем привет, дорогие друзья, с вами Дмитрий Вейс, и сегодня мы играем в Case Animatronics на телефоне. Да. Я посмотрю, как играется игра, и геймплей, ой, все хорошо. Нажимаем новая игра, внимание. Да, начинаем заново. Ща, не забудьте надеть наушники, внимание. А зачем наушники? Кстати, да, вот я у меня уже купили наушники, так что теперь я буду... тащить. Меня Анатолий Смолин попросил поиграть в эту игру, и я буду слабо нервным, пропускаю. Внимание, люди слабо нервные. Господи, я не слабо нервный. И... ну, давай. О! Я не помощь? Хотя... это кто такой? Чего они не поняли? Чего? Но... чего? Вообще... я над собой сам же посмехаюсь. О, планшетик. А, что, не работает? Камера тупо не работает. Типа выключить, да? А, типа ходить. Типа открывать. Ходить. Побежали. То есть тут не надо никаких дополнительных кнопок нажимать, чтобы бежать. Это не нравится. Ой, ёперный. Подсказка на ключ от дискотечества и открой. Закрыто. Чёрт. Зомби стихи, это чёрт. Сейчас будем. Давайте еще тише делать у меня. Жутко. Давайте так, хорошо. Нет, давайте еще тише. Тэп какой. Они все это взяли. Так, а, они все равно будут за мной охотиться, пока это. Но они меня в одном месте не достали. А, вот я просто спрятался. Блин, их так много. Ну, мне надо взять этот колок от прошлого. На втором у меня колонок, у меня и костюм от Тенни. Может, он еще. Может, сочлю себе какой-нибудь поддог и буду ходить выпрашиваться радости. Как-то, конечно. Ясно. Ребята, давайте вот вы будете просто вот на этот стоп. Почитайте. Давайте. Давайте. О, прям как у нас октябрь уже. Я и начал. Посадись сюда, я все равно здесь. Это хорошо. Это все хорошо. Конечно. Так вот, поди сусь, какая-то дверь. Он герой через стулья перепрыгивает не может. Тут жутковато. Пожалуйста, прекрати мелькать. Еще ты еще не шум. Yeah. Это июнь. Это вот июнь. Это хорошо, что июнь. Но мне все еще нужен кот от диспетчерка. Надеюсь, я найду его. Вот где-то отмычек. А что тут отмычки есть? Если бы тут были отмычки, я бы, конечно, бы сразу их нашел. И написали бы просто дверь закрыта. О, дверь открыта. А, ну проклятые отмычки.
делать. Так, я бегу, да? Блин, Зони, вы запутанно оделись так. Один с двумя сапогами. Тоже запутан. Может, он двигает что-то. Черт, ты что вообще не могу. Поспать. Ну зачем мне сказали играть в это? Не хочу. Ну да, дверь закрыта. Там она открыта. Там эта дверь открыта. Но я с ней не поделать ничего не могу. Там только стоит стол и что больше ничего. Надо выйти в коридор. Жалко, что эта дверь закрыта. Одна отмычка. Чтобы я с радостью открыл. Йо, я не хочу. Мне страшно. О, сразу набросились. Ну, вот дверь откроется. Даже можно я вот так вообще сделаю. Телефон круто. Дверь закрыта на ключ карту. Ну что? Дверь закрыта. Тоже закрыта. Ой, блин, заражение. О, тут, ну, надо взять. Блин, что пишут? Что выдает с трудом? Это тоже июнь. Ну, какой июнь? Записки. Ага. Я быстро стал бегать. Значит, тут их 14 записей. То есть я уже 14 нашел. Я не знаю, как договоре, то есть. Знаешь, пока? Я вот не могу понять. Опа, тут еще. Сейчас посмотрим, что оно стоит. Больницы. Какой? Номер второй. Надо найти номер первый, потому что мне надо знать, с чего вся история начиналась. Мне это срочно надо. Не прыгать, а? Не прыгает. Так, господи, везде мне дверь закрыта. Где щиток? Я не могу открыть ни одну дверь. Я вышел вот в этот какой-то коридор. И... Ага. На ключ-карту все. Тут куда пошли? Дверь закрыта. О, да. Тут... Ой, ёшкер, что это? Фух, сумора. Ага, ключ. Я не знаю, где он. Мне придется исследовать каждый уголок этого мира. Что это? Что? А, вон выход. Нет! Я тут застрял! Нет! Нет! Эти, ребят, извините, что я без звука играю, но я вообще уж... Я первый раз, ну, второй. Ну, второй раз играю. Точнее, второй. Блин, а мне надо найти все-таки этот ключ. А то без него я тут никуда не смогу уйти. Возьми след. Что происходит? Что со светом? Что со светом? Ну, хотя бы один молодой зомби одевать броню. Я ничего не вижу. Фонарик. Нет, я ничего не вижу. Серьезно, фонарь, не подводи меня. Фонарик. Зомби. Ключ-карта нужна. Фонарик. Ну, что происходит? Спаси меня, фонарь.
Перерождение почему-то. Золотой один. А, тут еще. Жизни, что ли? Я не знаю, я так на кого не подписывался. Не, ну правда, пацаны, я ничего не вижу. Вот, заработал. Ну все. Я вот вообще в эту игру больше вообще никогда возвращаться не буду. А шучу буду. Раз уже начал играть, то... Так. Это что такое? Получишь, если ничего. Будешь с ногтями. Он живое? Вы видели? Глаза засветились. Он живое? А, вот, кстати, наверное, код. 5, 1, 7, 3. 5, 1, 7, 3. 5, 1, 7, 3. Все запомнил. Пошлите. Как мне бесит. Подайте мне бумагу, а? Макс. Макса! Где? 5, 1, 7, 3. Я их забыл код. Не, ну правда, что это такое? 5, 1, 7, 3. Ну, а быстрее, вот. Из Питерска. 5, 1, 7, 3. Подсказка. Найдите электрический щиток с гатеркой и включите его. Надеюсь, вы успели прочитать, что это такое. Сейчас будем смотреть, что будет. Мой щиточек. Так-то лучше. Теперь нужно включить второй щиток. О, круто! Наконец-то! У меня открыты камеры по... Но я не вижу вы. Я нахожусь в дисплее. Значит, тут... Вон, там второй щиток. Ну, это намного тихо. Это намного лучше, чем сидеть в темноте. Все равно надо как-то найти второй щиток. Что такое, кондиционер? А, это кондиционер. А где мне второй щиток найти? Алло, люди! В курсе, что не знаю, где второй щиток? Вот, записка. Всегда какие-то зоны. Маленькая записка. Очень... Но маленькая. То есть... Угу, надо посмотреть, какая это записка. Записка. И я нашел девятую. Я нашел девятую записку. Ясно. Мне девятка не нужна. Почему вот такие зоны? Чего? Что произошло? Ты чё? Извини, братан, я тебя вообще никак не понял. Он ком. Так, я не понял. Записки, записки. Тут что-то у меня появилось. Вот дисплей, я открыл. А где второй щиток-то? Второй щиток-то нигде найти. Вот он в складе. То есть мне надо вот пройти. Так. Я нахожусь здесь. Где второй щиток? Объясните. Пол. Пол его нету. Дисплей. Вот у меня 8%, а, 80%. Что? А, ответьте на телефонный звонок. Откуда он идет? Давайте послушаем. Наконец-то. Слава, ты не умеешь делать. А вон, просто давайте что-то. Ну, я тебя нашел, телефонный звонок. Кто ты сейчас там был? Я, наверное, я еще-то кто-то нормальный. Два опять ты. Как я рад, что у тебя какой-то зомби один. Так, я не понял вообще, ты про что говоришь? Ёшкин, это что? Что это? А, он идет.
Он идет! Бежать! Бежать! Беги! Шкаф закрыт! Шкаф закрыт! Нет! Все, давай сюда! Быстро, быстро! Черт! Сюда иди. Ой, он живой. Из раздевалки ключ, карту, двери с индикатором. Ой, уходи, я не знаю, как. Так. А, ну точно. Где я нахожусь? Yes. За кого? Нет. Да как он меня нашел? Бежать оттуда надо было. Бежать. Я надеюсь, на этом мы, наверное, закончим. Просто я не могу ничего сделать. Давайте мы, да, на этом закончим, и в следующей серии я победю аниматроника, если смогу. Всем до скорого, и всем удачи, с вами был Дмитрий Вис, пока.